Добрый день, дорогие друзья! С вами снова клуб любителей динозавров, и сегодня мы рассмотрим такой интересный вопрос, как яйца динозавров. Мы постараемся ответить на самые частые вопросы, которые ребята задают про яйца динозавров. Итак, поехали! Один из самых популярных вопросов – какой динозавр откладывал самые большие яйца? Тут нужно сказать, что яйца динозавров не отличаются гигантскими размерами. Даже самые огромные динозавры откладывали довольно маленькие яйца. Посмотрите, пожалуйста, на картинку справа. Здесь мы можем видеть курицу. Я думаю, каждый из вас видел курицу и представляет, какого она размера. Так вот, яйцо курицы в высоту в среднем где-то 5 сантиметров. Яйцо страуса гораздо больше, оно в длину достигает 17 сантиметров. А теперь перейдем к динозаврам. Скажем, вот это динозавр протоцератопс, достаточно большое животное, однако размер его яиц был всего лишь 20 сантиметров. Идем дальше, и мы видим огромного динозавра. Это гигантский завропод, травоядный динозавр, чья масса насчитывала несколько десятков тонн. Так вот, размер яиц, которые откладывал этот гигант, всего 30 сантиметров. Так все-таки, кто же чемпион среди динозавров по размеру яиц? Обратите внимание на картинку в центре. Здесь вы видите два продолговатых яйца, которые принадлежат динозавру под названием гигантораптор. Эти яйца примерно полметра в длину. На сегодняшний день это самые крупные яйца динозавра, которые удалось обнаружить ученым. Так что пока чемпион у нас гигантораптор. На картинке справа вы можете видеть, какой размер был у гигантораптора по сравнению с размером человека. И черным цветом отмечены размер яиц гигантораптора. Следующий популярный вопрос. Какой формы были яйца у динозавров? Посмотрите, пожалуйста, на картинку. Вот здесь нарисованы 4 геометрических тела. Вот такой формы бывали яйца у динозавров. То есть они были в форме шара, они были овальной формы, вытянутой и в форме груши. На этих картинках слева направо вы можете видеть яйца следующих динозавров. Вот круглое яйцо, которое слева крайнее, это яйцо торвозавра. Яйцо в виде эллипса, это яйцо маязавра, которого еще называют динозавр «хорошая мама». Вот такие длинные яйца откладывали протоцератопсы. И последнее яйцо в виде такой груши – это яйца траодона. Нужно сказать, что среди современных животных, которые откладывают яйца, ни у кого нет яиц вот такой продолговатой формы. То есть такая форма была характерна только для динозавров. Следующий популярный вопрос – какого цвета были яйца динозавра? Долгое время ученые считали, что все динозавры откладывали белые яйца, то есть яйца, не имеющие никакого пигмента, не окрашенные. Такие яйца откладывают современные рептилии, например, черепахи, змеи, ящерицы или крокодилы. Но потом были найдены скорлупки яиц, был проведен их анализ, и ученые убедились, что, как и у современных, например, птиц, у некоторых динозавров яйца, их скорлупка имела окраску. Посмотрите, пожалуйста, на картинке. Здесь представлен цвет яиц динозавра по сравнению с цветами некоторых современных животных. Например, на картинке вверху мы видим удлиненное яйцо американского аллигатора и яйцо титанозавра. Оба эти яйца белые. Ниже располагаются два яйца, окрашенные в такой насыщенный сине-зеленый цвет и светло-голубое яйцо. Верхнее яйцо – это яйцо дейнониха.
и яйцо, которое под ним, это яйцо современной птицы, которое называется большой нанду. И внизу такое коричнево-рыженькое яичко – это цвет яиц современной курицы. Я думаю, что многие из вас видели в супермаркете или в собственном холодильнике, что яйца у куриц бывают не только белые, но и такие светло-коричневые. Почему же у некоторых динозавров яйца были окрашенные, а у других динозавров яйца были белые? Ученые на этот счет думают вот что. По их мнению, белые яйца откладывали те динозавры, которые кладку своих яиц прятали в землю, то есть закапывали. Это значит, что такие яйца не были видны сверху. А вот те динозавры, у которых гнезда были более открытые, то есть яйца можно было заметить, эти яйца имели защитную окраску. Они могли быть окрашены не только в какой-то голубой, сине-зеленый или коричневатый цвет, они еще могли иметь пятнышки. Как и у современных птиц, такая раскраска нужна для того, чтобы яйца не были замечены хищниками. Следующий популярный вопрос – высиживали ли динозавры яйца? Долгое время ученые не знали ответа на этот вопрос, потому что находили или только отдельные скорлупки, или отдельно кладку яиц, а рядом никого не было. И ученые даже не могли понять, какому динозавру принадлежат эти яйца. Но по мере развития палеонтологии появлялись новые находки, и теперь кое-какие знания о том, высиживали ли динозавры яйца, у ученых появились. Считается, что разные виды динозавров по-разному заботились о потомстве. Например, большие травоядные динозавры – завроподы, например, диплодок, вы, наверное, знаете такого динозавра, они откладывали яйца в землю. То есть мама-динозавр копала ямку, откладывала туда как можно больше яиц, закапывала ее, и на этом забота о потомстве заканчивалась. Другие динозавры строили другие гнезда. Посмотрите, пожалуйста, на картинку слева. Здесь вы видите модель гнезда овираптора. Наверное, многим из вас знаком этот динозавр. Посмотрите, как устроено такое гнездо. Во-первых, яйца лежат по два. Прямо можно хорошо разглядеть здесь парочки таких яиц. Это говорит о такой особенности динозавров, которая была со временем утрачена. То есть современные животные, которые откладывают яйца, так делать не могут. Самки некоторых динозавров могли откладывать два яйца одновременно. Современные животные, которые кладут яйца, это птицы, ящерицы, крокодилы, они умеют откладывать только одно яйцо за раз. То есть сначала одно, потом следующее. Динозавры, по крайней мере, некоторые из них, откладывали по два яйца сразу. И поэтому палеонтологи в гнездах находят такие яйца парочками. Их еще называют яйца-близнецы. Вторая особенность такого гнезда, посмотрите, у него свободная середина. Спрашивается, зачем же было делать такое громадное гнездо и располагать яйца вот так по кругу, оставляя много места в центре. Ученые считают, что так нужно было для того, чтобы динозавр мог сесть в середину этого гнезда и, не повредив яйца, прикрыть их крыльями, ну или передними конечностями. Я говорю крыльями, потому что мы знаем, что у многих динозавров были перья. Вот на этой реконструкции мы видим самку овираптора, которая села в гнездо, сама она расположилась в середине, то есть яйца она не раздавит, и своими передними конечностями она может накрыть, прикрыть кладку своих яиц. Еще часто к нам обращаются ребята, которые думают, что они нашли яйцо динозавра, и показывают примерно вот такие фотографии. Эта фотография была сделана у нас в окрестностях Владивостока, и начинающим палеонтологам очень хочется верить, что они нашли яйцо динозавра.
На самом деле это не так. Это не яйцо, это вообще не след живого. Это явление относится не к палеонтологии, а к геологии. Такие круглые штуки вы можете увидеть в камнях в двух случаях. Это может быть вулканическая бомба, если поблизости есть или был какой-то вулкан, либо, как в нашем случае, такая штука называется конкреция. Она обычно образуется в осадочных горных породах. Это когда вокруг какого-то камешка накопился вот таким образом осадок. Он действительно похож на яйцо динозавра, но, к сожалению, это не яйцо. А теперь мы хотим дать вам домашнее задание. Постарайтесь вспомнить, какие современные животные откладывают яйца. Напишите нам свои ответы. А теперь обещанный мастер-класс. Мы научим вас, как дома самому сделать ледяное яйцо с динозавром внутри. Для этого нам понадобятся две очень простые вещи. Нам понадобится воздушный шарик, и нам понадобится фигурка или скелетик динозавра. Шарик берите побольше. Крохотные шарики, такие, которые еще называют водяными бомбочками, в данном случае не годятся, потому что вам будет трудно просунуть в такое крохотное горлышко фигурку, а вот в большой шарик они проходят достаточно легко. Аккуратно заталкиваем фигурку внутрь шарика. Здесь главное не торопиться, чтобы вы не порвали шарик. После того, как динозавр окажется внутри, нужно горлышко шарика надеть на водопроводный кран и набрать в него воды. Получится примерно вот что. Набирайте примерно столько воды, чтобы ваш шарик был по размеру как грейпфрут. После того, как вода набрана, шарик нужно крепко завязать и положить в морозилку. Дальше самое трудное. Нужно набраться терпения и несколько часов не трогать этот шарик. А лучше всего оставить его в морозилке на целую ночь, чтобы вся вода превратилась в лед. После того, как вы вытащите ваш замерзший шарик из морозилки, ножницами отрезаем горлышко, ненужный шарик убираем и получаем ледяное яйцо динозавра с фигуркой внутри. Ура! С такими шариками очень интересно принимать ванну и купаться. Мы надеемся, что у вас все получится. Пожалуйста, присылайте нам фотографии ледяных яиц, которые вы получили. Пока!